Это рядовой матч, который нужно выигрывать. Нам нужно набирать очки, догонять топовые команды. Чем раньше это мы сделаем, тем будет лучше. Томс неплохо выступает, хотя и проигрывает. Он не выступает в единоборствах. Видно даже, как со Спартаком они с ЦСКА играли. Ну, в Томске всегда сложно было играть, там и поле вязкое. Будет нелегко, но нам нужно начинать делать победные результаты и шаги. Что касается тебя непосредственно, обратил внимание, что ощущение такое, что Алан Ванжит долгое время. То есть так времени на адаптацию практически у тебя не понадобилось. С первых дней команда приняла хорошо. Хороший коллектив. Знаю достаточно много лет многих ребят здесь. Да и по сборным пересекались, и в клубах других. Не дает тот самый результат, что находимся на 15-м месте? Или на самом деле матч Томи – это рядовой? Каждый матч нужно выигрывать. Это обычный матч, рядовой, который нужно обыграть нам, пройти. У меня нет даже доли сомнения, что Анже будет там наверху в ближайшее время уже.